Марина, здравствуй. Здравствуй, Антон. Дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы вот опять в гостях. Где мы находимся? Расскажи, пожалуйста. Мы находимся на Шабаш Ведьм. Это пространство для тех, кто интересуется магией, эзотерикой и всем мистическим. Отлично, очень хорошо. Сегодня второй день, второй поход к тебе в гости. Значит, гроб присутствует тут. Да. Да, друзья, здесь присутствует гроб. Значит, ну, потихонечку нам давай тогда подавай информацию. Гроб, в него ложатся живые люди. Зачем они это делают, для чего? Что здесь вообще, собственно говоря, происходит. Марина, происходит? Мы в своем Шабаше Ведьм предлагаем такую интересную услугу, как гроботерапия. Гроботерапия. Да, это взято из такой провокативной психотерапии. Этот метод используют многие люди, чтобы побороть, во-первых, страх смерти, потому что нас всех пугает, что нас ждет после того, как нас не станет, да, как это все происходит. Ну, ты права, да, да. И, соответственно, есть такой метод, который помогает человеку прожить этот опыт при жизни. То есть человек ложится в гроб. Конечно же, важно отметить, что это все делается. Мы никого не заставляем. То есть человек должен сам прийти и этого захотеть, да? То есть прожить этот опыт. Естественно, да. Значит, вот первая, значит, такая фаза такая первая. Люди, которые боятся смерти. Да. Это реально так, потому что разговариваешь, еще вот в основном, если с молодежью разговариваешь, вот там где-то лет 25, вот так вот девчонки такие, ой, господи, не говори даже мне об этом, когда мне будет там 40 лет, что это, я там умру потом. Вот. Я говорю, да успокойся, все нормально. Вот. Значит, кто боится смерти? Да? Значит, человек туда ложится. Есть несколько вариантов, то есть вот такой прям полноценный, это когда человек ложится в гроб, крышка гроба закрывается, далее начинается панихида, отпевание, и человек там находится какой-то промежуток времени, то есть, ну вот это в среднем где-то минут 10. Этого достаточно, да, я думаю, да? Да, этого достаточно, потому что человек полностью на ментальном уровне, на физическом, он проживает, да, что он... Ну, типа он умер. Да, он осознает свою конечность. То есть там панихида, это вот это отпевание, вот эта музыка включается. Да, да. То есть мы полностью создаем атмосферу настоящих похорон. Вот, и помимо того, что такая гроботерапия помогает справляться со страхом смерти, также люди могут прибегать к ней в случаях проживания неких кризисов жизненных. Там стрессовую ситуацию в жизни, да, да, вот. Ну, например... Но вот это вот вообще тема такая, потому что люди это просто, и там и, во-первых, там кто-то хочет умереть сам, да, как это называется, суицидники, да, там, ну, то есть кто думает об этом, у кого мысли, да, вот про это говоришь? Не совсем, я считаю, что именно это лучше подходить в более спокойном состоянии, потому что именно... Если человек находится на грани суицида, угу. То это чревато, то есть ему может стать лучше, либо стать хуже. Поэтому конкретно суицидникам, как ты это назвал, я не могу это советовать. Но, например, людям, да, которые находятся в депрессивном состоянии или переживают какой-то хронический стресс, то это может помочь, угу. Потому что что происходит в голове у человека, идет переключение, да, то есть со своих каких-то обыденных мыслей, там, допустим, как выплатить ипотеку, или я постоянно в долгах, рушатся некие нейронные связи, образуются новые. То есть, да, когда человек находится в гробу, состояние, то есть поднимается сразу адреналин в крови, учащается сердцебиение, может быть ощущение, что как будто стенки гроба начинают давить. Конечно же, мы за всем этим следим, то есть человека наедине мы не оставляем. Вот, ну, скажем так, это не наше... Новшество, да, это применяется в ряде стран, например, в той же
в Корее, потому что там люди особенно часто переживают стресс из-за того, что там очень большие требования к работе. И, в принципе, то есть даже офисные сотрудники... То есть каждый вечер он может лечь? Нет, не каждый вечер. То есть там очень интересная происходит эта процедура, то, что, значит, один человек, который решил это пройти, он приходит, его переодевают в белую одежду, то есть как сам он у нас, да? А, то есть, а тут тоже у вас там можно одеться как-то? А, ну, или нет? В принципе, это хорошая затея, мы... Думаем, что можно, то есть у нас это, скажем так, мы только хотим это предложить нашим посетителям, вот, и хотим, конечно же, получить обратную связь, но, конечно, в дальнейшем, может быть, и будет даже саун, то есть почему нет, чтобы это было максимально реалистично. Ну, я-то лягу сегодня. Пожалуйста. Будет, да? Будет очень интересно услышать именно от тебя непосредственно, да, как от человека, который постоянно сталкивается со смертью. Скажем так, с кладбищем, с мертвыми. Интересно будет именно от тебя услышать, да, какие ощущения ты испытаешь. Может быть, что-то изменится в твоем сознании. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот хозяйка всего вот этого, то есть к ней, когда люди обращаются, да, индивидуально, да, вот работает, она тоже как бы может предложить вот эту услугу. Там говорит, вот тебе нужно вот это. По-любому пройти. Потом уже дальше мы потихонечку будем с тобой дальше работать, как бы улучшать качество твоей жизни, потому что человек обращается как бы с помощью, ну, за помощью, да, как бы, ну, к ней, да, то есть вот это тоже присутствует. Скажем, это зависит от случая, от человека, что как Да, безусловно. Ну, вообще... Нет, мы можем это предложить, но самое главное, что мы к этому никого не принуждаем. То, что это полностью проходит на добровольной основе, потому что все-таки могут быть разные ситуации, да, это может быть и какая-то паническая атака, вот. Но, однако же, это помогает именно как будто Ну, это такое символическое перерождение человека, да, то есть как бы вот крышка гроба закрылась, потом она открывается, и человек уже как будто уже другой. Такие практики, например, делают не только, скажем так, простые обыватели, это есть и в мире магии, то, что ложится адепт в гроб, также его могут отпевать, либо проводить некие ритуалы, но смысл это именно инициация, да, то, что в мире магии, то, что человек ложится, он умирает как человек и возрождается как маг, колдун и так далее. Для развития своего, да? Да, о, то есть тоже есть такие практики, вот, но мы это предлагаем абсолютно всем людям, попробовать это на себе, это достаточно безопасно, потому что когда именно самое интересное, человек туда ложится, он испытывает дикий страх, может испытывать, да, и в принципе, когда ты в нем находишься, могут возникать очень странные ощущения в теле, потому что замкнутое пространство, и в принципе, ну, осознание, что я лежу в гробу, что вообще происходит. Да. Ну, адреналин повышается, да, кстати, конечно. Когда, да, повышается адреналин, дорогие друзья, выравнивается... Кортизол в организме, да, есть такой гормон. Да, кортизол – это гормон стресса. Да. И, соответственно, когда уже человек оттуда выходит, он испытывает эйфорию от того, что это закончилось, он смог это пережить, он получил какие-то новые ощущения, то, что именно с адреналина, да, состояние такого, что бей либо беги, он выходит, и он чувствует себя расслабленным. И, конечно же, мы предусматриваем все меры предосторожности, то есть когда человек именно вылезает из гроба, ему какое-то время нужно просто полежать на земле, потому что может быть состояние, то есть сначала сильное напряжение, потом идет сильное расслабление, и может возникать головокружение, то есть человек полежал, потом он просто полежит на земле, соответственно, потом он уже... может встать и прийти в себя. Да, да. Уже покушать, там, выпить кофе или чай, да? Да. Сейчас, в принципе, все больше набирает популярность, допустим, даже такие практики, это из разряда шаманских, да, то, что как погребение заживо, да, но это уже такое более
Серьезный вариант проработки страха смерти, там, когда человек не просто ложится в гроб, он себе выкапывает могилу, потом его закапывают землей. Ну, это я слышал, да, но это прям вообще поэтому, да, трэш. это без подготовки этого лучше не делать. Вот, а мы предлагаем такой облегченный вариант, можно сказать, более готический, кто, в принципе, любит всю эту эстетику, кому это близко, да, почему бы это не испытать при жизни? Блин, мне уже прям хочется лечь, на самом деле. Очень интересно. Вот, давай вот по чуть-чуть побольше разжуем, ну, на самом деле, с какими проблемами люди вот как бы обращаются, ну, вот это, меня просто вот ну, это очень интересует, что реально. Может помочь, какие проблемы может помочь решить гроботерапия? Конечно же, это не панацея, это один из вариантов самопомощи, да, в первую очередь. А, как мы с тобой уже обсудили, это проработка страха смерти, проработка и помощь в выходе из какой-то кризисной ситуации, потому что когда человек находится в гробу, его сознание начинает работать немного по-другому, и оно, когда человек уже выходит, он начинает как будто искать новые пути выхода из ситуации, потому что все, скажем так, мирское, обыденное ему кажется уже не таким важным, и он приближается к своей сути. Соответственно, гроботерапия может помочь людям, которые никак не могут понять, из разряда, кем я стану, когда вырасту, да, то есть самоопределение в своем предназначении, да, то, что, допустим, человек ложится, думает, зачем я работаю на нелюбимой работе, за какие-то копейки, чтобы там выплатить ипотеку, я вообще хочу, не знаю, уехать на другой конец света и быть серфером, почему нет, но пока человек находится в своем, скажем так, рутинном состоянии обыденном, он к этому не придет, потому что это уже как по накатанной, да, вот это его жизнь засосала, да, он несчастлив, но он не может никак именно выйти из своей не зоны может комфорта. Понять, что ему делать, да, как развиваться, в какую гроботерапия сторону. Это такая стрессовая ситуация, искусственно созданная, да, то, что все равно хоть человек, когда туда ложится, он понимает, что мне как-то некомфортно, но он понимает, что все под контролем. Да, конечно, в какой-то момент можно ощутить, что проникнуться этой ситуацией, да, такого тоже может быть, но в любом случае то, что это все подконтрольно, что он лег, он вышел, и, соответственно, гроботерапия может помочь понять, чего же человек хочет на самом деле, потому что как минимум на 10 минут он остается наедине с собой, со своими мыслями, и все, это точка конечности. И, соответственно, человек может подумать, хорошо, когда я умру, а чего я успел достичь, или к своему возрасту, почему я так живу, я хочу вообще жить поиначе. Ну, соответственно, вот гроботерапия помогает выйти из обычного рутинного состояния и понять же, услышать свой внутренний голос лучше, и понять, чем он хочет дальше заниматься, в чем развиваться. То есть это помогает, то есть это как тоже перейти некий рубеж. На самом деле я понял. Хорошо, скажи, пожалуйста, эта услуга, она дорогая очень, там, к обычному там, человек можешь себе позволить, или прям там надо копить, или так далее, или там сумма доступная? Доступная, конечно же, потому что, чтобы как можно, наша задача помочь как можно большему количеству людей, поэтому мы с тобой то есть уже это стоит, обсуждали. Да, это стоит не прям каких-то нет, это не стоит сумасшедших каких-то денег. Космических денег, конечно же, а в любом случае, когда человек к нам приходит, мы с ним обговариваем, допустим, какой вариант гроботерапии ему. Так, давай разберем, как, да. Какие варианты гроботерапии есть. Можно просто полежать в гробу. Просто лечь. Да, просто лечь, полежать. Накрывают в гробу. Тебя? Да, да. Ну, можно не накрывать, как человек захочет. Может быть, ему будет комфортнее просто вот лечь и как-то смотреть так, на хорошо, все со стороны. Это просто полежать. Да, дальше. Можно, конечно же, полноценно закрыть. Можно, как вот ты видишь, у нас тут полный антураж. Можно создавать и атмосферу холода, да, то, что как бы ощутить именно, что ты находишься в холодном кладбище, что какие-то тут вороны,
каркают вокруг, кружат, ждут, когда растерзают твое мертвое тело. Ну, то есть, да, также есть варианты, что с отпеванием, с панихидой, да, то есть пройти именно такой полноценный то период. То есть вот этот ладан зажигается, все, да, вот этот дым, да. То есть вот вся такая, скажем так, похоронная атрибутика, она присутствует. Да. И, конечно же, мы не просто кладем крышку гроба, а мы ее закручиваем. А, то есть я не могу открыть? Да, да. Очень классно. Это, да, это самое интересное, то, что есть такая возможность прям полностью на себе это испытание, ощутить. Да. Так, ну спасибо огромное. В принципе, мы поняли, да, то, что всю информацию ты нам рассказала. Ну, я тогда готов, Марина. Ты готов? Да. Давайте попробуем. Будем это делать. Испытывать на себе. Марина, я готов. Ты готов? Ложись, располагайся. Так, все, удобно? Ну, мягенько. Довольно-таки, да, тут мягко, подушка и дно гроба, как бы комфортно реально. Не тесно, но я уже чувствую такое, ну, необычно это, естественно, я лег в гроб. У меня чуть-чуть, я чувствую, да, вот там начинает внутри что-то сжиматься. Это нормальная реакция организма? Блин, ну вообще, слушайте, ну... Вы меня прям закрутите и оставите. Когда ты будешь готов и скажешь, что мы можем это сделать. Я на самом деле думал, что так просто лягу, ну а так прям круто. Ну давайте, накрывайте. Готов? Ребята, накрывайте меня. Хорошо, давай. И закрывайте, и оставляйте, я буду думать. Антон, все нормально? Да, да. Закручиваю. Я прям чувствую, как закручивается, затягиваются вот эти шурупы. Конечно, ощущение... Все. Не... Антон, мы тебя полностью закрутили. Я почувствовал это. Как ощущение? Ну, нормально. Оставьте меня, пожалуйста, одного. Все хорошо? Да, все нормально. Уходите. Хорошо, я рядом, если что, зови. Уходите. Потому что реально хочется побыть одному. Спокойничек, вылезай. Так, сначала еще... Полежать, да, тут, да? Чуть-чуть это, заземлиться, да, надо. Угу. Как ощущение? Ну, нормально, ну такое, да. Марина, я был там. Расскажи о своих ощущениях. Да. Значит, ну, когда я сначала лег... Да, сразу не хотелось, чтобы меня накрыло крышкой, чуть полежать как-то комфортно в гробе, вот, ничего там не жестко, ничего. И да, и мне потом, так, меня надо накрывать. И мне самое главное то, что вот когда вы меня накрыли,
я захотел, вот я чувствовал, что вы что-то здесь вы присутствуете. Я типа уходите быстрее, я хочу, вот, хочется полного прям вот такого одиночества, чтобы реально вот просто вот погрузиться в себя. Вот ты один, никого нет. У меня вот это вот прям хотелось. И у меня это, естественно, получилось. Не, ну мы сначала всегда, когда люди первый раз ложатся, мы находимся рядом, чтобы, если что, позвали, что всегда можно открыть крышку гроба, потому что, ну, разная может быть реакция у людей. Ну вот. да, сразу не уходите. Поэтому у нас есть как бы регламент, как эта процедура проходит. Вот. Конечно, возможно, если ты придешь еще раз, то мы сможем тебя оставить полностью наедине с собой и своими мыслями. Да. И я бы на самом деле даже мог бы там пролежать, может быть, час. Прям реально как бы погрузиться в себя. Все вот эти мысли, вот эти все рабочие состояния, вот этот московский ритм, все стрессовые ситуации, просто их выкинуть из головы и полежать спокойно. Прям дома все равно это не удается сделать. Ну, потому конечно. Что да, ты домой приходишь, тебе надо готовить туда-сюда, ты садишься за компьютер, этот телевизор, там вот это, вот там у кого вообще семьи, да, это нереально достичь. Ты сюда можешь реально прийти. Тебя закрыли, и все. И ты просто остаешься в себе, ты там себе можешь там копаться в себе. Даже, например, на массаже этого все равно ты не достигнешь. Не, ну это совершенно другое состояние. Ну, некоторые, да, там я на массаж могу сходить, там. Нет, ну вот это, дорогие друзья, вот это да. Мне, ну, я понял. Реально просто вот очиститься можно вот здесь вот. Очень такое мероприятие, конечно, это надо развивать, это круто, да. Марин, мы потихонечку, наверное, прощаться будем, да, с тобой? Хорошо. Да, ну, в принципе, мы все поняли. Тебе огромное спасибо, что вот... Тебе спасибо тоже за доверие, что ты позволил закрыть над тобой крышку гроба. Да. Кто живет в Москве, дорогие друзья, я буду рекомендовать вообще вот это место, но это еще не все, еще будет третий день моего пребывания здесь. Вот. То, что я как уже говорил, это не просто магазин, это не просто это, не просто это. Вот, вот это мы открыли. Может быть, даже мы с вами здесь устроим встречи. Кто живет в Москве, кто смотрит канал наш. Да, конечно, у нас как раз-таки пространство позволяет организовывать различные мероприятия, тематические или просто. Семинары там можно, семинары, тут лекции, да, читать, концерты, пожалуйста. Да. Вот. Тут кино можно смотреть, может быть, правда, мы устроим с вами такую встречу, кто живет в Москве, будет очень классно, поговорим, там, я вам что-нибудь порассказываю, Марину позовем, да, вот. Все, это второй день, будет еще третий. Прощаемся, Марин, да? Прощаемся. Да, спасибо еще раз огромное. Дорогие друзья, вам всем огромное спасибо. Благодарю вас, что вы смотрите канал, что поддерживаете его, пишите такие комментарии. Вот. Берегите своих близких, любите свою семью и улучшайте качество вашей жизни. И, конечно же, приходите в наш шабыш «Ведьм». Да, метро Сухаревская. Все, ссылочку прикреплю. Все, пока, пока, пока. Пока-пока. Когда ты расслабленно сидишь, ты лучше в кадре получаешься, потому что ты не пытаешься сидеть ровно. То есть ровно ты как искусственно сидишь. А когда ты сидишь расслабленно, Так, Марина, сейчас облокотится, видно я буду. Все, молодец ты.